Багато років вона вважається головною святиною Спасо-Преображенського собору. Чудотворна ікона Божої Матері, відома під іменем Корсунська. Ще її звуть Прозренна. За чудо зцілення сліпої від народження дівчинки. У 2009 році образ викрали з собору. Нині замість нього під час молитовного обходу вулицями проносять старовинний список ікони. За традицією робляться двічі на рік – після Пасхи та 22 жовтня, у день свята Корсунської ікони. Перша така хресна хода відбулася рівно 155 років тому. И сегодня ликует небо и земля. Я всех поздравляю с праздником и желаю, чтобы по молитвам Пресвятой Богородицы Господь наш Иисус Христос хранил в мире и благоденствии наш Богоспасаемый град Сумы и всех сумчан. С праздником, дорогие братья и сестры! С проханням миру молитви до Богородиці звертають і парафіяни. Прежде всего, просила бы мира в нашей стране, благополучия, чтобы не было раздора. Пресвятая Богородица, спаси нас. Сегодня у нас очень большой праздник. Праздник Божьей Матери, покровительницы нашего города. Мы все очень рады. И хочется, чтобы все сумчане и жители нашей области почтили этот праздник, приходили в храм и молились за мир и любовь и здравие. Ну что хотела бы пожелать? Прежде всего мира. Конечно же мира. Покрова Пресвятой Богородицы. Божьего заступления. Ну и, конечно же, доброты всем. У меня как раз сегодня день рождения, и каждый год я отмечаю его в храме. Спасибо, Господи. Самое главное сегодня, что хочется просить, чтобы мир был в домах наших, в городе, в нашем стране. И чтобы войны не было, чтобы все было хорошо. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ.